2009 год объявлен в столице годом равных возможностей. Правительство Москвы, Москомспорт уделяют особое внимание созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. В Москве успешно реализуются мероприятия календаря «Спорт для всех» для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий – по слуху, зрению, с нарушениями интеллекта и опорно-двигательного аппарата. В жилых микрорайонах на территориях внутригородских муниципальных образований города для данной категории москвичей организована работа более 180 спортивных секций и оздоровительных групп, в которых занимается свыше 3000 человек. Во всех окружных центрах физической культуры и спорта созданы отделы по работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. В окружных календарях спортивно-массовых мероприятий на 2009 год в обязательном порядке предусмотрены физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов ежегодно проводится более 350 соревнований различных территориальных уровней по 30 видам спорта. На высоком спортивном и организационном уровне проводятся Московская комплексная открытая межокружная спартакиада «Мир равных возможностей», фестиваль инвалидов-колясочников «Воробьевы горы», веселые старты для детей с ограниченными возможностями здоровья, Московская неделя глухих, декада инваспорта, посвященная Международному дню инвалида, и многие другие спортивные праздники и соревнования. Проводится планомерная работа по усилению деятельности клубов инваспорта, где особое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами, для которых создавались новые группы и секции по видам спорта. В детских спортивных школах системы Москомспорта работает 17 отделений, в которых занимаются дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.